Привет, друзья! Вы на канале Спартак ТВ, и мы продолжаем серию роликов по моделям Atom Bionine. И сегодня у нас на обзоре модель, которая стала абсолютным хитом по количеству ваших предзаказов. Это Atom Bionine 550. Велосипед, как и все хардтейлы, в этом году собран на раме TFS3. Легкая, комфортная, технологичная рама со всеми современными функциями, в том числе и внутренней проводкой и комфортной геометрией. Atom Bion 550 – это модель, которая находится на границе спортивного и любительского уровня. Амортизационная вилка с ходом 100 мм получила вставную ось для большей жесткости. Да, эта ось имеет небольшой нюанс, она с двух сторон под шестигранник на 5 мм, то есть для установки колеса нужно иметь с собой два шестигранника. Трансмиссия на велосипеде Shimano Dior SLX Mix, но скорее тут Shimano Dior и задний переключатель SLX. Задняя кассета уровня M6100 с диапазоном 10-51, кассета стандартная 12-скоростная под микросплайн, то есть это уже зарекомендовавшийся стандарт качества. Монетка уровня M6100, как неудивительно, на 12 скоростей с индикатором, что будет удобнее тем, кто еще разбирается с переключением. Цепь 6100, проверенная 12-скоростная цепь, надежно служит, не рвется. Если за ней ухаживать, то служит она очень долго. Система здесь стоит 12-скоростная ProWheel DMG. Точно артикул называть не буду, там запутаетесь. Проще скажу, что это 12-скоростная система с алюминиевыми шатунами из сплава 60-61. Со стальной звездой под 32 зуба, SRAM GXP под 3 болта. Задний переключатель тут M7100 Shimano SLX на 12 скоростей. Передняя втулка Shimano TC500 под ось 15 на 100 мм. Задняя втулка QC400, она под микросплайн. 32 спицы, центрлок на промах. А вода ВТБ под бескамерку с внутренней шириной 23 мм, с двумя стенками, алюминиевая, то есть все как мы любим. Покрышки, хорошо зарекомендовавшие себя, Maxxis Recon Race 29x225. Версия не фолдинговая, с остальным кордом. Тормоза MT400 с более эргономичной рукоятью, чуть более легкие. Ротора RT30, 180 мм впереди и 160 сзади. Тест на вес. На наших весах велосипед в Ростовке М показал результат 13 кг, 170 грамм. По мне это отличный вес, потому что разница с предыдущей моделью составляет почти полкило. Компания Atom добавили жесткости к рулевому управлению, а также подобрали трансмиссию, которая выдержит среднюю и высокую интенсивность педалирования, а также сложные погодные условия. То есть велосипед подойдет тем, кто учится отрабатывать технику на спусках, а также заядлым велосипедистам, которые катают в любую погоду по любым условиям. Ссылки на данный велосипед, на наш Озон, на наш сайт будут в описании к ролику. Если понравился велосипед, напишите, что вы думаете об этом в комментарии, давайте обсудим. Мы всегда открыты к общению. Увидимся через неделю. Пока-пока!